Так. Тушься. Давай, 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 давай. Тушься. Еще. Дыши. Дыши. Ты тоже рожать? Да, второй час уже. Тушься! Хорошо? Молодец. Давай, 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 давай. Не хочет детеныш на такой дубах-то вылезать. Поздравляю, мамаша, у вас мальчик. Я тоже. Держи! Ну чего, ну давай бахнем за мужиков. А то можно что. Тут ларек за мной. Ага. Сейчас я все сделаю. Давай. Сейчас. А. Денис? Есть. Ага. Сейчас я мигом. Ага. Тихо-тихо-тихо. Ну что за ерунда? А, ну это мой. А это мой. Что за ерунда? Даже не думай. Thank you.
мне репетитор по математике жаловался. Что ты на занятиях ерундой страдаешь? За ум-то когда возьмешься, а? Ты понимаешь, что ты позоришь славный род Ивановых? Какой славный род? Твой прадед читать не умел. А ты в 90-е бушными запчастями барыжил. И то, что у тебя бабло появилось, еще не делает нас дворянами. Ну, а герб вообще твой дизайнер, в Манчестер Юнайтед сперли, и все. Ты как с отцом разговариваешь? Сложно сочиненными предложениями с гиперчастными оборотами. Как интересно. Что ж у нас дома такой умный, а в школе одни тройки? А мне больше не надо. У нас же за тройки герб не отберут. Так. Антон, успокойся. Я... Вань, ты не прав. Репетитор твой по-английскому. Иди учись давай. А то в Таиланде кроме тубир ничего сказать не можешь. Угу. Не подавись. Что? Приятного аппетита, говорю. Ну что ты завелся? Ну что? Тебе же нельзя нервничать. У тебя давление, успокойся. Ну, конечно, как? А как его не может не быть давление, когда... Это же неуважение какое к отцу. Как так? Как будто не родной, я не понимаю. Ну, кого он такой? Придурок лагерный, заняться, что ли, нечем? Иди вон пельмень слей. С пылу, с жару. А что, сметаны нет? Может, тебе еще стакан черники? Если б ты кредит не взял вот на эти новогодние фейерверки, сейчас бы со сметаной ели. Ну, я знал, что фуру на таможне задержат. В августе салюты никому не нужны. Ничего, к следующему Новому году продам. Бизнесмен хренов. Слушай, пап, а может, через интернет хоть петарды втюхать? Каким-то малолеткам я помочь могу. Угу. Мальцам пальцы поотрывают, этого закроют. А мы с вами втроем с кредитом расхлебываться будем. А пусть закрывают, одним ртом меньше. На троих будем пачку пельменей дербанить. Ха-ха-ха. От дома до офиса 2 минуты 23 секунды. Это не вертолет, самолет. Ты мне не говоришь, что ты его купил? Нет, пока только на тест-драйв взял. Блин, ну, пожалуйста, ну, не начинай, ну, я тебя прошу. Ну, что такого? Ну, это очень хорошая, удобная вещь. Никаких пробок, ни ментов, ничего, и стоит чуть дороже джипа. Ну, что? Вон, что? Ты сейчас загорелся. А завтра этот вертолет будет стоять у нас на заднем дворе вместо вентилятора. Ты думаешь? Ну, точно. Сейчас кризис, уже пробок не будет. Ну, ладно, позже обсудим. Давай попозже обсудим, значит, что ты давно уже все решил. Это что такое? Это я Ване на день рождения компьютер купила. Алиска из Лос-Анджелеса привезла последнюю модель. А не слишком ли жирный этому охламон такой подарок-то? Ну, ты 16 лет же. Ну, ты подари ему флешку на 16 гигов, он больше его не заслужил. Антон, ты себе вертолет покупаешь, а ему флешку? Ладно. Командир! Это, свободен. Здорово, Никодим. Здорово, Петр. Слыхал? Ну, что там? Скоро. Слыхал. Папа, это официальный сайт банка. Это тебе не соседский сарай взламывать. Хороший ты... подарок. Ты откуда про сарай знаешь? Вообще-то не я был. Да я так и понял. Угу, понял он. Только не трепись никому. Угу. Знаешь, что я подумал? Если кредит списать не удастся, то ты хотя бы доллара на рубли измени. 10 тысяч рублей я им хоть завтра верну. Через месяц.
Че? Система безопасности блокирует попытку взлома. Вот урод, а. Слушай, а может быть, ночью попробовать, когда сотрудники системы безопасности дрыхнуть будут? Ты серьезно? Угу. Леха, кажись, пристав опять идет. Обложили. Батя, на пасаран. Служба судебных приставов, откройте. Здравствуйте, гражданин Иванов. Здрасте, здрасте. А что так поздно-то сегодня? К Гудвину за совестью ходили? Да не разувайтесь, так проходите. А вот сюда, пожалуйста. Проходите. А тебя Бог наказал! На чужом горе счастья не построишь! Открой! Я тебе говорил, чтобы ноги твои здесь не было. Открой! Вот сейчас одной ногой меньше. Тихо, тихо. Батя! А можно чуть потише? Let me introduce myself. My name is Olga Petrova. I'm a representative of Rossugo. Это так ты английским занимаешься, да? А я так понимаю, это по углубленной программе, да? Оксан! Оксан! Остановись! Я с тобой разговариваю! Да! Ты чего творишь? Мне твои выходки вот уже где! Какие выходки? У нас с Оксаной все серьезно. Серьезно? А ты знаешь, сколько мне твои вот это серьезно сейчас обходится? А вот если вот этот коньячок добавить, то путана дешевле выйдет! Ты на своих деньгах уже сдвинулся! Есть вещи поважнее! Ты мне еще скажи, что ты любишь ее? Люблю! И еще она беременна от меня! И мы собираемся пожениться! Пап, ты че? Пап! Мам! Мам, скорую звони, папе плохо! За каждую разбитую банку лишний день сидеть будешь, понял? Откройте службу судебных приставов. Что, двое, что ли? Одну секунду, у нас тут не прибрано. А что хотел-то, Серега? Я вам не Серега, а при исполнении. Так, а где коллега мой? Так у него это... Нищий пробил. А, пошел балласт скинуть. Ничего, что мне... Здрасте. Здрасте. Согласно постановлению суда по делу о вашей кредитной задолженности, начинаем арест имущества. Показывайте, с чем готовы расстаться. А у меня прыщ на заднице. Можешь забирать. Очень смешно. Тогда изымаем ноутбук. Нет. Так, файлы потом с винчестера можно скопировать. Мне для учебы надо. Для учебы! Для учебы! Для учебы! Ну, раз для учебы, тогда оставлю. Склеишь на трудах. Так, а здесь все прячем. Нет, там крыса у нас вот такая, под полом. Швейная машинка немецкая? Не отдам, это кормилица моя. Я не отдам. Правильно, Литка, не отдавай. Твой дед за нее 5 лет воевал. Так, а это что такое? Это тут целый склад. Это для личных нужд. Ну-ка, я думаю, этого вполне хватит. А я думаю, что тебе вот этого вполне хватит, чтобы убраться отсюда. Ты что, Алексей? Ты... Я понял. Я тебе... Я все понял. Вперед, Алексей! Вытащи меня! И пленника забери! Алексей, сейчас все понял. Я тебя понял. Скажу, никого не было дома. Спокойно. Ну! Я все понял, Алексей. Я все понял. Остановись-то, Бэйба. I'll be back, идиоты.
Почему мы стоим? Пробка. Мигалку включите. Пожалуйста. Я говорил, надо было вертолет брать. Ну все, капец, компу. Ну скажи спасибо папе за счастливое детство. Пап. А. Мне без компа вообще никак. Если хочешь, чтобы я поступал на программиста, покупай новый. А может тебе на сдачу еще вертолет цепануть? Где эти бабки-то возьму? Из пальцев высушу? Смешные. Хотя... Подожди. Может быть, и высосу можно же кровь сдать. Слушайте, если все сдадим, то на новый ноутбук должно хватить. А если поднатужимся, то и на мышку тоже. А может, сразу по почке сдадим? Глядишь, и обои переклеим. А у тебя есть другие варианты, где бабки взять? У нее вообще-то скоро день рождения. Хочешь его без подарка оставить? Так, все, малой, собираемся в больницу. Будешь сегодня за новым компом гематогенки трескать. Понятно? Так, где носки мои? Что-то чистое, то все здесь. Электричка без нас, у Кати. Секта, не тороплю. Пс-пс. Подь сюда. Что за? Ты говорил, у тебя заначка есть. Налей стакан. Ты что, кровь не ешь давай? Ты что, ешь? Этот сердечник. Моя кровь только на кровяную колбасу сгодится. Пойдем, только тихо. Фасон? Нормальная маклашка. А что это? Чистый спирт. Ветеринар ждала. Я ей забор подлатал. Ну, Леха. А, букет. Ну ты чего мотоцикл свой не заводишь? Давай, заводи. Мы же на электроне собирались. Ты время-то видел сколько? На эту электричку мы опоздали, а следующий через час. Так бензина нет. Ты что, поддуриваешь-то? Я тебе вчера 200 рублей дала на заправку. Давай, заводи. Ну, вон, бултыхается. У меня свечи не менее, бултыхается у нее. Ты что, выпендриваешься-то, а? Ну-ка, отойди. Уйди. Пап, я хотел сказать, в общем, это. Прости меня, что заставил тебя нервничать. И про беременность тебе соврал, чтобы позлить тебя. Не ожидал, что все так обернется. Ну, давление вроде нормализовалось. Можешь ехать домой, но я бы посоветовал тебе пару дней полежать. Хорошо. На этот раз обошлось. Ну, впредь надо избегать стрессов. Тебе уже
Вредно волноваться. Да я, собственно, больше и не собираюсь волноваться. Скажи мне, пожалуйста, ты можешь организовать Ивана Антоновича медкомиссию? Да не вопрос. Чего? Чего еще за медкомиссия? Зачем? Затем, что это было последней каплей. Все, дружок, ты у нас поступаешь в Суворовское училище. Там тебя научат отвечать и за свои слова, и за свои поступки. Ну, пап. Антош, не перегибай. Это мой тебе подарок. Я тебе его сейчас дарю, но это на день рождения. И на следующий, кстати, тоже. Стоять! В больницу без бахил нельзя. А где их взять-то? У меня. Пара 20 рублей. За всех 60. Сколько? Иванова? Ну да. Я не знаю, как так получилось, но у вас какая-то неразбериха с группами крови. В смысле? Ну, дело в том, что у вас вторая и четвертая группа. Угу. В таком случае ребенок может унаследовать любую из них, но никак не первую. Секундочку. Вот мне интересно, от кого это мой Данила унаследовал свою группу? Ты что несешь-то? Ты думаешь, я его на стороне, что ли, нагуляла? Что думаешь-то? Слышь, что врач говорит? Ты что, больной, что ли? Я тебя не изменял никогда. Тише, тише, не кричите. У нас такие споры решаются очень просто. Тест ДНК. Сколько стоит? 8 000. Извини, сынок. Компьютер купим в другой раз. На основании проведенного теста ДНК Иванов Алексей Викторович с вероятностью 99,9% не является отцом Иванова Данила Алексеевича. Шалом! Я не закончил! А что кончать-то? Развод! Ага, напугал бомжа Белишов! На основании теста ДНК Иванова Лидия Семеновна с вероятностью 99,9% также не является матерью Иванова Данила Алексеевича. Вот. Ничего не изменял я тебе. А я уж... Ну, главное, не ты, не я. Ну, ладно уж. Вы не поняли. Это не ваш сын. Как это? А это тогда... Кто? А наш где? Все, товарищ курсант. Пакуйте чемоданы! Антон, ну пожалуйста, ну прости его. Ну так, мать, отставить сопли. Пару лет на казарменном положении еще никому не мешали. Вернется нормальным мужиком. Все. Да, я слушаю. Да, здравствуйте. Да, Иванова Полина Сергеевна, моя жена, да. Зареченский роддом 16 лет назад, да. А в чем, собственно,